Я думаю, что делание добрых дел и оказание помощи людям, которые в ней нуждаются, являются очень важными чертами здорового общества. Представьте себе мир, в котором люди бы не оказывали друг другу поддержки, были бы холодны и бесчувственны. Все погрузилось бы в насилие и жестокость. Я думаю, мы просто не выжили бы в подобных условиях. И делать приятное другим людям, получать от них отдачу в виде чувства благодарности и позитивных эмоций. Это действительно очень приятно. Оказание помощи другим людям является лейтмотивом профессии. Ведь психолог – это тот, кто поддерживает людей в трудной ситуации. Но есть один очень важный принцип, который необходимо соблюдать. Помощь можно и нужно оказывать всем, кто в ней нуждается, но только при условии, что человек сам согласился эту помощь принять. Психолог никогда не навязывает свою помощь другим людям. Все те добрые дела, которые мы совершаем с наилучшими побуждениями от чистого сердца, но без спросу, вполне способны принести людям не пользу. Наше мнение о том, что является для других людей добром, вполне может не совпадать с их собственным. Это, конечно же, не означает, что мы не имеем права оказывать помощь другим людям. Просто перед тем, как сделать это, убедитесь, что человек, во-первых, нуждается в помощи, а во-вторых, согласен с тем способом, которым вы хотите ее предоставить.